Привет. Продолжаем делать это кольцо. Появились новые правки, неправки. Ну, в общем, решили сделать, добавить сюда прокат обручалочный, ну, чтобы сцепить это все и чтобы это держалось на пальце. Вот единственное, что я добавил с того раза, это вот эти две обручалки. Сейчас я их покажу. Секунду. Вот. Все так просто. Обычные. Обычные обручалки. Теперь нам надо вылепить. То есть придать им форму, то есть сделать максимально близко к обручалкам. Как-то, не знаю, вывернуть еще руку, чтобы она лежала прямо на обручалке здесь. Тут то же самое. Ну, пожалуй, все. В остальном здесь тоже ногу надо будет подогнуть. Потом добавить детали в плане волосы и грудь. Там она у нас больше. Так, ну приступим. Так, я выбираю сабдилы. Пока что они не нужны. Вообще лучше, чем вот это лосо. Вот выделяем все это в маске, теперь скидываем. Все, я покажу на планшет. Мне привычнее работать транспозом. В этом случае. Так, есть тут у меня вариант такой, что я, скорее всего, так, world point, TMS point, split, group split, окей. А, не разрезал. Значит, split, similar to part. Капризничает. Значит, одна там полигруппа. Это же полигруппы разные, что ты мне? Окей, да, вот так. Теперь, может быть, я отодвину это женское кольцо чуть дальше. Thank you.
я забыл включить чат. Вот это поворот. Секунду. Ладно, я буду проще тогда смотреть в под видео. Или я сейчас вспомню просто, ну, извиняюсь, что с чатом такие заминки. Так, где он у меня? Я даже не помню, на каком ящике. Вообще. Traffic light. Так, чат. Ладно, буду смотреть тогда.
YouTube и ВК отслеживайте сразу. Давай позже, мам, я сейчас занят, у меня стрим. Так, ну вот, если что, пишите в YouTube, потому что иначе я просто не отвечу, не увижу. Я открыл сейчас на другом компьютере просто на YouTube трансляцию и смотрю там комментарии. Тут тоже вырубаем, выкручиваем все девайды. Ты издеваешься? Я говорю, у меня стрим идет. Всегда какая-то проблема вот с полигруппами, когда переключаешься. Что можно сделать? Можно сделать наоборот.
Так, и когда это у меня произошло? Понятно. Спасибо, Полина, спасибо. Не заметил. Кстати, хочу еще попробовать подтыкать Substance Painter. Там можно сделать достаточно неплохое чернение. Ну, недавно мне показала Полина работы одного зарубежного коллеги в Инстаграм. Ну и я понял, что он делает это в Substance Painter. И выглядит это, во-первых, очень эффектно, а во-вторых, это... Ну, в нем можно сделать презентацию, то есть чтобы видеопрезентацию, и достаточно, все там быстро крутится, не надо ждать по 1,5 часа, пока там снимется рендер. И вот, может быть, стоит сделать это, посмотреть, как это вообще будет. Так, секунду, я забыл, как маскировать полигруппу. Ладно, здесь замаскирую. И да, конечно. Так, вот есть и здесь. Как всегда, не работает инверсия. Отлично просто. Тогда наоборот. Замаскируем. Так, а музыка вообще есть? Оу.
Да, получается, зажимая Ctrl-Shift, мы берем группу, полигруппу. Вспомнил. Так. В Матриксе Дональд, сегодня в Матриксе, скорее всего, не будет. Единственное, что я туда ее переведу и там посчитаю вес, возможно. Но это уже. Может быть, там сделаю рендер. Вот, да, в Матриксе. А в остальном сегодня не будет работы. По матрице именно.
Так, вот сейчас относительно плоскости экрана все это происходит. Тут пока ничего сложного. Теперь тут опять ладонь. Ctrl Invert. Да, там что-то. Ой, простите. Будь здоров, спасибо. Thank you.
Так, и тут, наверное, придется сделать, вылепить точнее. Руку. Либо из этих вылепить. Ладно, буду эти. Из этих вылепливать.
сейчас и собираю пальцы, чтобы, возможно, вообще было как-то вырастить. После роста они не отлетели. Еще я этому дам другую полигруппу. Также, наверное, надо было поступить и с большим пальцем. Да. Ctrl-W. Другая полигруппа, окей. Теперь здесь. Ctrl-A. Кстати, да. Ctrl-W.
ножниц и потом просто положить ее на ногу и все, я ставлю так. Теперь Ctrl инверсия.
Да, сегодня такой немного скучный стрим.
только скульпт. Тут я даже думаю, что объяснить. Что тут объяснить? Берешь кисть. И делаешь. И все. Единственное, чтобы еще нужно здесь было сделать, это взять вот такую кисть. Вот спираль. Да, по-моему, сделать небольшую поверхность. Так, самый важный и ответственный момент.
добавить волосы. Наверное. Да. Тут у нас ногтей нет. Или там мы потеряли еще в самом начале. Ничего.
подходит к концу. Все это скульптурная работа. Я думаю, прыгну сразу, наверное, в кейшот, там будет быстрее что-то сделать. Хотя, сейчас посмотрим, ладно. Может быть и матриксе все сделаем. Я имею в виду рендер. Ну как раз взвесим. Да. Ну вот, в общем-то, и, пожалуй, все. Возвращаем дивайды. Так, здесь, здесь. Здесь можно еще один дать. Хотя... Теперь ногти закрыли. Теперь мы надеваем. Бочка не нужна. Бочки не нужны. Удаляю. Окей. Здесь на этих кольцах тоже пару девайдов накину для рендера. Ладно, пойдем сразу в кейшот.
вроде все нормально. Теперь, насколько я знаю, все это будет в разном цвете. Ну или как минимум кодирование. Обычно так делают, допустим, кольцо у нас будет. Нет. Кольцо у нас блестящее, а вот фигура, оно как сделали. То есть можно просматривать Subtool. Так, вот теперь здесь чуть-чуть поднимаем шероховато, чтобы не было прям такое полированное. Так, теперь на этот слой идем. Оу. Так, цвет. Да.
добавляем сюда текстуру, кривизна и втыкаем в цвет. Теперь здесь отрицательное у нас будет черное. Положительное будет вовсе белое. Подсечка. И увеличим радиус рассеивания. Ну, тут практически то же самое, за исключением того, что цвет у нас будет другой. То есть будет цвет желтого металла, но более темных тонов углубления. Цвет. Так. Можно даже еще темнее. Сейчас это основная плоскость, то есть нулевая величина. Нулевая плоскость. В общем, не знаю, как правильно сказать. Ну вот. Как-то должно. Виктор, привет. Я могу сегодня отвечать как не здесь, потому что чат не включил, пароль не помню. В общем, в следующий раз обязательно включу. Все пропало. Куда все пропало?
ну на этом я закончу. Покажу это так заказчику. Несколько ракурсов, там будет видно. Блин, текстуру не убрал. Теперь у меня полированный по вдоль. Забавно смотрится. Все поперек. Все, на сегодня заканчиваю. Всем спасибо, кто смотрел. До скорого.